Всем английского футбола в очередной раз, друзья, с вами FIFA прогноз, очередной выпуск. Вернулись мы с ледовых побоищ на травяные газоны Англии. Они такие мягкие, прикольные, да, Саня? Да. Как обычно со мной в студии. Как обычно со мной в студии Александр Дегтярев. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Люблю вернуться. Что мы сегодня играем? Сегодня мы играем финал Кубка Англии, старейший из национальных кубков. Челси, Манчестер Юнайтед, бесспорные, одни из лидеров английского футбола последних лет, может быть, даже десятилетий, если это касаться Манчестер Юнайтед. Ну, в целом, можно, наверное, сразу перейти к букмекерам, не разглагольствовать долго. Вперед! Хотя я бы сказал то, что Манчестер Юнайтед в этой игре будет биться за сэра Алекса Фергюсона, который, я надеюсь, справится со своей болезнью. Букмекеры считают Манчестер Юнайтед, хоть и не бесспорным, немножечко все-таки, но фаворитом котировочки у 1x и Олимпа на победу Манчестер Юнайтед 2.73, что выглядит достаточно сочно, ну и Винлайн дает 2.70. На победу Челси коэффициенты чуть-чуть посерьезнее, но тут и у Челси проблем, наверное, все-таки побольше. 2.94 это Олимп и 1xBet, Винлайн 2.92, соответственно, тоже чуть поменьше. Ну и на ничейку это, соответственно, окончание основного времени. Несмотря на то, кто выиграет кубок, можно ставить на ничью. Команды завершают 90 минут, и если счет будет 0-0, 1-1 и так далее, котировки букмекеров станут такими. 3-14 это Олимп и 1xBet, 3-11 у Винлайнов. Выглядит в целом все очень мощно. Я даже не знаю, на какой результат стоит стрелять. Смотрите, угадывайте, по-моему, это интересно. Ну, в общем, Саня вам все рассказал, я в английском футболе нема не шарю, так что мы сразу же начинаем играть Челси против Манчестер Юнайтед. Понеслась! Поехали! Сразу Манчестер Юнайтед рвется. Лукаку на дриблинге. Что делает этот парень? Серьезный замес. Еще и угловой для своей команды зарабатывает. Алексис Санчес подает. Оп. Не самый хороший период в карьере у Алексиса Санчеса. Переход в Манчестер Юнайтед. Но все еще, как я надеюсь, будет впереди. Ну, можно было и посерьезнее как-то пробить в этот раз. Смотри, Рюдигер, нормально так два раза тебя остановил. Ой-ой-ой, какой рикошет. Ну, это был... Я ненавижу это празднование всей душой. Ну почему? Все футболисты петушки. Может быть, они посвящают этот гол... И тут заставка из этих из «Звездных войн». Робоцып. Из робоцыпа, да. Мне кажется, они посвящают гол Неймару, может быть. Так-то Куртуа забирал этот мяч, если бы свою ногу в виде клюшки не подставил Лукаку. Ему бы в хоккее вот такой навык. Ну да. Вместо шестерки на Куртуа поставить. Там бы реально просто бы его затолкали в ворота и все. А там никого. Ох, да, опасно было. Это было опасно сейчас в исполнении собственного защитника, но я думаю, он понимал, что Куртуа на базе. Ну, забивать! Что? Как так? Андрюх Щелковский тебе сейчас привет передает. Кто это? Панда FX. А, понятно. Сердце Челси, диспетчер Челси, Рома Полинсков. Угу. Диспетчер Челси, это типа, диспетчер базе, ответьте, пожалуйста, да? Да, да. Ты думаешь, как Фрэнки Лэмпорт там работал? Ну, как это, бабушка там, вахтерша такая. На железнодорожных путях, когда... Которая говорит, передача на Дидье Драгба. Повторяю, голевая на Дидье Драгба. Что вы делаете? Что за пожары в своей штрафной? Виллиан хорош. Ну, это было чистейшее создание момента. Ну, это был чистейший Виллиан. Ну, не знаю, не скажи. Ты видел, да? Виллиан там ни одного пятна грязи на нем не было. Ну, тут видишь, футбол, это же все-таки командный вид спорта. Ну. Поэтому не стоит об этом забывать в любом случае. Какой бы ну, классный... составителем топов не надо это забывать. Это счет тоже. 1-0 пока в пользу Манчестер Юнайтед. Ой,
Один удар, и тот не в створ. 14,9 в створ у меня. Да. Красноречиво. Командировочка все-таки дает о себе знать. Считай, столько не играли, тем более играли в НХЛ перед этим. Перед твоим уездом, да. Да. В славный город. Славные города даже. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. И снова Вилен не точно. Но это не самый лучший игрок головой в Челси. Можно бить и забивать этот гол. Это, по-моему, Канте. Канте так может, да. Канте так может. Это Канте. Вот, мне всегда кажется, что ему лет 18-19 из-за его детского лица. Это бесспорно. Он похож на... Игорь. Игорь. Ужасный дриблинг. После того, как я полностью владел мячом в первом тайме, сейчас я должен, по сути, проигрывать. Да, это да. Всегда так происходит. 2-1. Брат Мурата забивает этот гол. Слушай, он реально чем-то на татарин похож. Ну, разве только в фифе? Ну, Марсиаль, ну... Ой-ой-ой, ну как они его оставили одного? Так нельзя Лукаку давать бить. Просто с линии. Такое ощущение, как будто офсайд, потому что они очень странно празднуют. Да не, нормально. Все-таки гол, да? Если бы был офсайд, там бы на табло бы не зажглось. Ну да, тут бесспорно. Да. Топ-клубов, которые сейчас очень сильно сказывается на выступлении. Что? Просто с нулевого угла. По-моему, Куртуа мяч в ворота занес. Да, повтор посмотрим. Я даже... Ну, там все равно все было в створ, ракурс. Но вот. Куртуа занес мяч. Другой. Да. Да, да. По-моему, ну, может быть, даже и не летело. Последняя возможность. Да чтоб тебя! Они вообще не бегали. Вот последняя вот эта атака, я не знаю, какой-то неразблокированный персонаж бежал. Просто остановился. Ничего себе, тут даже эти люди руки друг другу жмут. Как это не похоже на реальную жизнь? Да. Что, Манчестер Юнайтед празднует победу в Кубке ничего. Англии? Ничего. Ну, это в Кубке ничего, действительно. Счет 3-2 в матче Челси, точнее, Манчестер Юнайтед Челси. Челси, Манчестер Юнайтед. Да, это 2-3, если будет. У тебя забил Марсиаль и два голову Лукаку. Да. Кто у меня забил, я забыл. Канте и Марата у тебя отличились, но это Челси, к сожалению, не помогло, даже несмотря на то, что лондонцы вели по ходу этой встречи 2-1, все-таки я сумел собраться, твоя оборона провалилась, Куртуа практически занес мяч в свои ворота и заслуженно победил, как мне все-таки кажется, Манчестер Юнайтед в сегодняшней игре. Ну да. Посмотрим, как будет в реальной жизни, ставьте на спорт. Невзирая на то, как говорили и сыграли мы, потому что не всегда, далеко не всегда этот прогноз сбывается. Да? Да. И смотрите качественный спорт, друзья, потому что впереди нас ждет финал Лиги Чемпионов, где мы будем играть против Реала. Не мы будем играть против Реала и Ливерпуля. Ты будешь, наверное, играть против Реала, да, а я против Будем играть Ливерпуля. За Реала и Ливерпуля, а дальше уже, как вы все знаете, FIFA выпускает очень большое обновление к... посвященных чемпионату мира по футболу, и там мы уже будем играть оригинальными составами, с оригинальными формами. Короче, будет очень круто, интересно. Смотри чемпионат мира на нашем канале, в наших прогнозах. Александр Дегтярев, Роман Полинсков вели для вас эту программу. Еще увидимся, пока.